Всем снова здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители канала «Уголок любопытного геймера». Мы продолжаем потрошить город, в котором обитает Гаррет Вор. В роли Гаррета Вора мы обкрадываем всех, кого можно. И сейчас мы отправляемся на задание, в котором нам нужно украсть одну из деталей заводного механического железного человека. Брат, закрытая вечеринка. Умоляю, сэр, мне некуда идти. Если через 3 секунды ты еще будешь здесь, проведешь ночь с угрями. Ухожу, сэр, ухожу. Тут что-то не так. Так, ты решил спать? Ну и замечательно. Да что ты? Серьезно? А я-то думал. Ничего тут нет. Ничего нет. Не хватало еще, чтоб меня салага бы, а? Грязно сработано. Ну да ладно. Пойдем. Сейчас будешь отдыхать у нас в укромном уголке, как тут пьянчуга. Вот тут. Да ладно тебе. Через парадную не очень хочется. Так, что там? О, маг. Я просил у гриедов об одежде. А не о гнилых обносках. Что это за пятна? Даже портной нашел способ получать доход от мрака. Она заражена. Не буду я платить ни гроша. Ладно, тогда мы посмотрим, что у тебя есть ценного. Стойте, стойте! Не спешите. Я найду, чем заплатить. Давай поживей. Так. Интересный. Чем дело-то кончится? Ну что, этот вымогатель-то уйдет, нет? Надо выпить. Так, что у нас тут? Очень хорошо. Очень хорошо. Картина. Хорошая находка. Что это у нас? Контракт с угриедами. По рукам Альфонса мои угриеды будут доставлять тебе ткань 2 раза в неделю. Может, больше, в зависимости от того, сколько сами получим от наших людей в страже. С тобой приятно иметь дело. Т. Так, нам осталось...
надо выпить. Ну-ка. Что это? Поспать бы. Что тут у нас? Где он прячет монеты? Куда торговцы баланды пропали? Его что, уже обчищают, что ли? Так и скажу ей. Будет по-моему. Или катись колбаской. А здесь у нас чего? Твою... Ух ты! Это хорошо. Почему меня здесь не было? Тихо. Ты ничего не видел? Я ничего не видел. Нет. Ник. Где он прячет монеты? Кто станет хранить фальшивые золотые зубы в банке? Не люблю вымогателей. Мы скромные воры, работаем иначе. О, письмо механика Альфонса. Альфонса, я прошу прощения за внезапное исчезновение. Мне пришлось скрыться из-за конфликта с бароном. Встречаться лично слишком опасно. Пожалуйста, оставьте пока руку у себя. Я передам вам дальнейшие указания, как только смогу. Искренне ваш, механик. Что-то нечисто с этими механическими людьми. О! Хорошая находка. Ничего, брошечка. Ничего. Чашечка. А здесь зеркало. Флакон духов. Ох, Гаррет. Так, ну, наша цель где-то внизу. Угу. Ищет, чем расплатиться. Что там клепает этот портной? Ну, рискнул, конечно. Не факт, что он был один здесь. Их тут могло быть и двое. Так. Что тут? Рабочая книга Альфонса.
прочность тканей, инструмент, механическая рука, проект Нордкреста. Испытание первое – легкое растяжение, страшные прорехи, неудача. Испытание второе – среднее растяжение, ткань целая, эластичность утрачена, успех ограниченный. Испытание третье – среднее растяжение, легкие прорехи, неудача ограниченная. У нас прогресс, качество ткани улучшается, надо найти нового поставщика. Причем тут механическая рука и ткани. Не вижу связи. Ай. О, тудум-тум-тудум. Прости, Альфонсо. Больше перчаток не будет. А, так он что? Перчатки, что ли, на нее мерил? И за этим ему была механическая рука. Какой бред. Ну ладно. Пытаться войти, валите сразу. Прости. Это научит тебя раз и навсегда. Ах ты гаденыш. Я отдам все. Хватит блеять. Че? Живой ли? Ну да ладно. Отчет Альфонсо. Примечание. Сменить поставщика тканей. Материал марки и стирка обходится очень дорого. Доход. Поместье Олдерли. Простыни. Недоплата. Лорд Пембри. Костюмы. 8. Клиент скончался. Неизвестный. Малиновая ткань. 10 ярдов. Хлопок. Ожидаем платежа. Поместье Кроуфорд. Скатерти. Ночные рубашки. Ожидаем платежа. Расходы. Стирка. Реклама. Листовки. Новая вывеска. Не доставлена поставщиком. Нет, ну понимаете, он, конечно, гнида этот портной. Но ведь его могли убить. Я думаю, он сполна расплатился за свои нечистые делишки. Ну и убивать вроде как за это, наверное, неправильно было бы. Ну, я так думаю. Он свое получил. Его тут пинали. Ну, может быть... Очухается, да, отыграется на своем обидчике. Если очухается раньше. А если нет, то... Ну, это, собственно, уже не моя проблема. Не проблема Гаррета. Так, что еще я тут... Не прикарманил. Ну, собственно, все вроде. А куда делся этот дядя? Заказ выполнен. Ну, невидимка из меня, конечно. Как из слона-балерина, но тем не менее. Никто не умер. Чувачка я все-таки вроде спас. И остается вопрос. А, нам вроде возвращать-то не надо, да? Эту лапу. А, нет, надо. Надо, надо вернуть механическую руку. А здесь чего? А, это ко входу в банк. Понятно. Ну ладно, давайте. Не понял.
меня разве не поставлено отслеживаться это задание? Давай. Так. Я даже не знаю, туда ли это. Ну ладно, допустим, что туда. Попробуем. Так, так, так. Ой, чувствую, что не туда. Или туда. Почему бы нет? Нет, вроде я где-то поблизости. Смотрите-ка. Да, я все еще в нужном месте. Господи, как надоели эти тормоза, а? Неоправданные совершенно. Итак, Эктор. Хочешь руку? А, это ты? Всегда рад тебя видеть. Готово. Вот рука твоего друга. Фантастика. Вот твоя плата, мастер Вор. Ты ее заслужил? Металлический человек не может говорить. Один из этих ублюдков сбежал с голосовым устройством, представляешь? Я нанял Чернорукого, чтобы вернуть аппарат. Но придурок попался страже. Вот что значит нанимать любителей. Несомненно. Поэтому я счел нужным нанять тебя, настоящего вора. С твоим талантом ты без труда доберешься до Чернорукого в тюрьме и украдешь голосовой аппарат. Я знал, что ты меня поймешь. Вор-неудачник находится под арестом. Ищи голосовой аппарат в башнях стражи и возле виселиц. Чудесно. Что это такое? Обыщите тело вора. Хватит тормозить, игра, я тебя убью. Это же даже ограниченная локация, совсем маленькая комнатка. Почему ты так тормозишь? Так. О, довольно далеко. Сколько, оказывается, в Стоунмаркете это заданий, да? Давайте-ка сначала займемся банком. Это премиальное задание, кстати. Я заболеваю. Я это чувствую. Бонусный контент, так сказать. Так, ночь давайте, ребят. Тянется и тянется. Окей. Шуруйте отсюда. На улицах небезопасно. Отлично. И вот ограбление банка. Как настоящий гангстер сейчас. Попробую. Без шума и пыли. Но вряд ли получится. Я предпочитаю оставлять за собой дышащие, но все-таки недвижные тела. То есть не трупы, конечно, но... Ага. Вижу. О, это к удаче. Машины не так заметны, как люди. Надо быть осторожнее.
Вон оно что. Видеокамеры дожили. Честная плата здесь так же редка, как девственница. Так, с чего же мне начать-то? Замерзаю. Ага. Ну вот, я-то думал. О! Хе-хе. Не так уж все и жестоко в этом мире. Так. Устал я за последние дни. Я нашел клочок бумаги с цифрами. Может, это комбинация от сейфа? Комбинация от сейфа? Наверняка. Надеюсь, ты его не оставил, где попало? Конечно. Я убрал его в один шкафчик. В какой? Не помню. Я записал его номер. Он в кармане. Сообщи миссис Мондерс. Она отвечает за сейфы. Угу. Мне нужен правый. Я голодный как... Воу. Надо быть осторожнее. Или пойду крыс кормить. Не ходи, пожалуйста, крыс кормить. Рекой пахнет даже здесь. Так, что за документ? Выжженный изумруд, часть вторая. Россер выругался и выбежал из лавки. Фултон устремился за ним, стараясь не отставать. «Бросай сумку!» – прошипел Россер сквозь зубы. Фултон прижал ее к груди и побежал вперед. Они шмыгнули в переулок, повернули налево, опять налево, пересекли мостовые главные улицы, нырнули в еще более неприметный переулок и рванули направо. Перепрыгнув через невысокую ограду, они попали в сад. Россер приподнял незакрепленную доску и держал ее, пока Фултон не перепрыгнул в образовавшееся отверстие. Они сидели в подвале с низким потолком, переводя дыхание. Бичворт нас подставил. Похоже на то. Так. Эти ребята куда-нибудь пойдут? Еще. Или нет? Вот она какая. Говорят, Саутрай, прежний менеджер, недавно умер. Правда? Очень жаль. Он мне нравится. Так, номер шкафчика. Не забудь, возможные комбинации шифра находятся в ячейке номер 7. Славный малый, но более мягкий, чем Мондерс. О!
Фух. Вот это номер. Чуть не попался. Одуреть. Хорошо. А здесь что? Механические глаза. НА. Механические глаза. Они все время поднимают ложную тревогу. Эти штуковины поступают к нам прямиком из крепости, и я не умею их настраивать. Пока что просто скажите своим стражникам, чтобы обходили их и не совались к хранилищу Викс. Чё-то какой. Осторожно. Я не отстану. Где же ты? Ну чё тебе я? Никого здесь нет. Я правильно. В этом уверен. Нам платят, чтобы мы... Никого здесь нет. Я гляжу и вслед. Никого здесь нет. А я все гляжу. Глаз не отвожу. Отдыхай. И все-таки... Где же этот самый шкафчик номер 7? Где вообще эти шкафчики? Нож для бумаг запирать так старательно. Можно сказать, я отомстил этому стражнику. Кофе сейчас бы не помешало. Так. Баланда как вошла, так сзади вышла. Где там бутылочка-то? Это был удар. Пойдем со мной. Кто-то храпит. Ага. Хорошее место. Неприметное. Здесь я буду хранить стражников. Прям вспоминаю Dishonored. Там у меня тоже были целые хранилища стражников. Почему я не могу выключить лампу? Я могу погасить свечи. Загадать желание. Вот лампу я погасить не могу. Почему? Да что ж такое? Ничего. Ничегошеньки. Так, но он все равно ничего не подозревает. И отлично. Ого. Ага.
воздушные камеры. Кто это меня там? Кто-то меня засек. Ублюдка здесь нет. Конечно, нет. Знаете почему? Потому что я не ублюдок, я хороший парень. А ты иди отсюда. Неужели это конец? Вот и чудесно. Там тревога была поднята, а этот товарищ до сих пор дрыхнет. Ну, нормально, конечно. Ведь так и должно быть, не правда ли? А он, та тетка, которая меня просекла. Шкафчик номер 7. Где ты? Я уверен, ты веди. Наследие Саутрая. Мисс Маундерс, я понимаю, насколько необычна моя просьба, но, как вы знаете, мой отец очень любил свой банк. Наша семья считает, что будет лучше всего, если его прах будет покоиться где-то в здании, которому он посвятил столько лет жизни. Пожалуйста, найдите подходящее место и дайте нам знать. Альдред Саутрай, Эсквайр. Так, давайте-ка вот так вот сделаем. Раз. Спрячемся. И прервемся, пока я все-таки рассчитывал быстрее эту миссию пройти, но нет, не получилось. Поэтому ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. И ждите новых серий прохождения. А я с вами прощаюсь. Это был Любопытный Геймер. До связи. Oceans painted red when the soldiers of fortune have a pirate. No questions asked, we fulfill our task. Tones all turn grey after sunset. Slaying a man, taking what you can. What is right, what is wrong, who can answer?